Так, начинаем. Да, секунду, сейчас все будет. Да, еще раз, пожалуйста, пригласи. Еще раз. Это слишком дорого. Слишком дорогой раз. И, собственно говоря, происходит конь. Ага, вот. Коннект. Нифига, 20 уровня. Буду за стрелка первого уровня выиграть. Окей. Гугл. Звук надо потише сделать, слишком громко. Специализированный он не дает. Блин, еще тише. Будем надеяться, что... Будут такие же профессионалы, как я. Нет, что сервер будет хотя бы с нормальным количеством, с пингой. Нормально. 92, 68, 64, 80, падает. Это он прыгает так или это ты? Он падает. Господи, подними его. О, все, офигенно. Я зашел. Так, я... А что, уже игра идет? Да. А ты тебя не пустила? А, не, ну вот я зашел, собственно говоря. Но... А, понятно, я запустил раньше, чем ты смог зайти. А, ну вот я вижу, ты тут стреляешь. Ну, я перезапущу. Убей? Да ну давай, я не знаю, если хочешь, убей их всех, что там 15 человек убить. Ладно. Ну смотри, ты просто волну пропустил. Ну не страшно. Это же новичок, да? Это любитель. Не ошибаюсь. Ну попробуем. Чертян. Символ. Я вижу. Гранаты! Отлично, кишечки. О! Хоба, хоба! Могу денежку подкинуть. Да ладно, я сейчас... У меня чуть-чуть есть. Я нормально. Пока буду с револьверами. А чё, мы вдвоём только, я не пойму? Ну, да. А ещё будут люди? Если захотят, если найдут нас, то да. Блин, мы на какой-то полярной станции. Не, нас не найдут. Полигончики прикроют все-таки. Чтобы... Ага. Почему не работает? А, надо Е зажать. Так зажал. Ну, и теперь свариваешь левой кнопкой. Во! Волна. Back do it, Мизами. Отлично. Я спину прикрываю, короче. Ты определись, где у тебя спина. А, вот они. Я уже все забыл. Я все забыл. Какая же долгая перезарядка. Да, перезарядка долгая. Но при помощи моих перков она уже подключится. А, то есть она еще дольше. Ну, да. Мать твою, да куда ж дольше? Воу! Так, стоп, граната. Вот она. У тебя есть фонарь, а не граната. Да как? Вон граната, смотри. Фонарь какой-то тебе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ты чё? Ого. Ты убил. Я умер? Ну, да. Ты воскрес или чё? Ну, у меня волна закончилась. Ты убил себя, если что. Я тебе револьвер поднял. Мило. Ну ладно, поехали дальше. Ну там, да, там кроме суицида, там ничего, вариантов было мало. В жопу эти револьверы.
Я могу тебя выкинуть. Тебе нужно? Нет. Я куплю себе... Что я себе куплю? 19-11. Ну, да. Ну, хотя лучше копить на кольты или... Я куплю себе один диголь. И у меня закончились мани. Ладно. Тебе дать? Все. Нет, я самодостаточный. Ладно. Окей. А, нет. Нет, ну диголь, да. Ладно. Да я забыл уже все. Давай, сейчас разрулим. Ну ты разрулишь. Ком 20-й команды. О, вижу. Вижу, мажу, вижу. Господи, как же я люблю музыку. Да, кислим патроны. Да, я вижу. Какая же жесткая отдача. Ты погоди, еще такой магом подходит. Да, это я не контра. О, я уровень апнул. Теперь я быстрее вроде апается, нет? Да, первым просто. А, исцелить. ХП, ХП, ХП. Вот теперь я умер. Ты до этого умер. Печально. Досадно. Ладно, мне простительно. Я второй уровень. Воу, с нами кто-то играл. Ну, это за него столько играет. Да, какой-то он зашел, вышел. Суровый священник. No. Беги! Слева. А, у него же не патронов, ничего. 26. Да откуда этих вот этих просто? Сзади, невидимка. Понятно. Ну и кто к нам заходил? Может, берсерка взять? Какой-то петит. Ну, замечательно, нам... Сам ушел, а мобов нам добавил. Так, ладно, еще раз? Ну да. Лол, я получил новый итем. 9-миллиметровый... Пистолет Street Punks Feel Tasted, короче. Быстро нас сделали. Такие крутые, такие крутые. Зашли, нас убили. Да ладно, все нормально. Я вот сейчас... Разрулим. Голосование за карту. Блин, указатель такой. Я голосую за... Где мы не были? Вот давай сюда. Вот за эту позицию. Понятно. Куда ты нас кинула? А, то есть. Мой голос ничего не значил. Ты мой тоже ничего не значил. Понятно, куда нас кинула. Куда нас кинула? К другим? Нет. Ну. Я. У меня грузится. Я жду. Жди. Жду. Да что такое? Чё так долго? Во, музыка, звук. Камера, мотор! Раунд! Нет! Вот, я хотел готовиться. Контент. Двуручник, ну это понятно. Это твой двуручник. Перки, вот. Берсерк. Может берсерка взять? А вообще... Я готов. Поджигателем будешь? Ну да. О, там еще берсерк. Хорошо. Буду диджей Скали, а ты будешь мой MC Малдер. Понятно. А как? А, вот инвентарь. Да, у меня теперь есть скины, скинчики, короче.
Опытный стрелок 25 уровня. Понятненько. Сейчас будет весело. Все у нас будет забирать. Ну, он не готов, да? Нет, ну непонятно, что с ним. Я готов. Случай, я готов. Еще кого принесло на нашу голову? Нулевого берсерка. Нет, такого не надо. Ой, мать твою, я испугался. Да, все просто. Берешь, нажимаешь левую кнопку мыши, не пугаешься при этом. Ага, мы типа толпенькой, да, такой бежим? Шашлык, башлык, слушай! Блин. Капец, у меня все улетучивается, или надо просто поджечь и бежать? Первую, да, они такие. Ой. Буду называть эту самодельную пуху дыхание дракона. Такое она не рассчитана. А, все, я довымахивался. Хорошо. Я что-то вставал, так как-то. Опа! Прям на меня бежит. Зверюга. О, еще один присоединился. Да, у нас уже полный сервис. Все, фулл пати. Это будет жестко. Жесткая шерстка. Да хватит меня блевать. А, я весь блевотине. Нет, мама. Меня все бросили, приколись. Да, 61. Не, ну тебе можно. 20-го. Ой, ёлки. Перфект, все. Good game, easy game. Да пристань, где пристань? Быстро. Господи, я бегу как контуженный какой-то. Господи, как же я долго бегу. О, у меня нож пожарного. Что еще у тебя не от себя? Не от себя? Блин, я не могу спрыгнуть. А, вот, спрыгнул. Чуть не разбился. Мать моя женщина. Винчестер. Купи. О, кроссбоу. Но нет. Я сначала пополню все. Потом куплю. Арбалет как, норм, нет? Да. Голова вам работать самое оно. Ну как я понял, он вообще для всех. Тебе денег давай. Ой, 94 тугрика, прям миллионер, мама. У меня вообще ничего нету. А вот есть, да, жестко. Блин, я прям слышу, как у него кожа хрустит от моей зажарки. Сзади.
Ну, я пока доволен своим дыханием своего дракона. Хотя у этого оружия, мне кажется, может быть очень много названий. Угу. Самодел, например. Ну не, ну это банально. Надо включить фантазию, там мечта еврея, там я не знаю. Вот в эфире прозвучало первое, что Тимур. Который YouTube помещает как 18+. 18? Да ты посмотри, что я делаю. Какие 18? Ну да. Тут 21. Кто на меня? Кто на меня? Последний ч... Открой! А если бы он был там? Ну вот я бы заварил тогда. Жертва была бы принесена. Нет. Ну я да. Слишком сладенький. Слишком. Есть деньги. Слишком жаркий. Горячий. Так, продадим пекло. А, вот как она называется. Пекло. Пекло. Зачем что-то придумывать? Так, я купил себе... Вау, нифига себе, тут даже прицел есть, нифига себе. Два пекла. Смотри, да у меня же грёбаный... арбалет. Ну да. Ты должен быстро перезаряжать броника. Я могу сделать вот так. Оп, оп. Ладно, let's go. Мало. Только что-то патронов мало. Так они подбираются. А, типа стрельнул, подобрал, да? Да. А, ну нормально. Это как у Берсерка этот, бензопила. Да. Я в этом саду. Тут очень мило. Подобрать, подобрать, подобрать. Вы подобрали кроссбоу, кроссбоу. Мама. Меня сейчас убьют. Как-то мило. Под себя. Я же гранату бросил. Где граната? Меня зажали. Арбалет не помог. Ну, давай другое. Он для дальних, среднего расстояния. Где вблизи? Вблизи я, по-моему, с выстрела двоих или троих про этот прошил. Ну, по головам он хорошо бьет. Если в ряд головы есть, то вообще не часть. Ладно, я пока понаблюдаю за вами, так уж и быть. Ты что, помер что ли? Да я же сказал, что я помер. Ты сказал, что тебя зажали, это не значит, что тут разные вещи. Наверное, нет. Для меня нет. С ножа, с ножа. Как же крикуни-то бесит, а? Крикуни норм. А, она крикнула, да чтоб тебе. Ты гранаты, чёрт. У тебя под ногами там месье был. Месье умер. Смотри, Пушкин. Статуя Пушкина. Обалдеть. Патроны закончились? Да. Не зря покупал. Блин, сколько с нами... Раз, два, три, четыре. С нами шесть играем. Ну, пять. Ну, то бишь четыре, если нас с тобой считать. То есть три, ну два. Короче, один. Я тут один вообще, короче. Жируха, жируха. Смотри, как у него жирок трясется, вообще жесть. О, меня вернули на поле боя. Кому ты без денег, без оружия нужен? Почему я с этим пеклом? Тут уже сейчас вообще кошмар будет.
Ой! Проклятые рудники. Рудники виноваты. Ну, пацаны, скиньтесь бомжу на мане. О, я винчестер куплю. Придется, наверное, волну потерпеть. Все, я взял себе винчестер. Все. Он как раз он на начальных нормально, а потом уже все. А это мы сейчас проверим, это мы сейчас узнаем. Я тебе говорю. В первом можно было с ним ходить вообще последней волны. Стреливаться. Я буду держаться с пацанами. Понятно. Мужик, не бросай меня, мужик, не бросай меня. О, здрасте. Ой, мать! Он идет! Большой мужик! Ну, убивай его. Нет! Он уже убил нашего! А, ну больше не уйдет. Бля, на меня кинулся! Опять в угол загнал! Только в углы любит заползать, я смотрю. Да нет, он меня загнал! Все, он умер. Его запили. Не, я не до пиццы перезаряжался, сучка. 76, я никого не вижу. Ох, ты ж, вижу всех 76. Помер, что ли? Нет. Да я живее всех живую. А тут с берсерком 23-м стою, мне норм. Уютно. Правда, он куда-то убежал от меня. Ну да ладно. У меня есть пекло. О-о-о, я нашел патрончики. Бегу! Обойма! В кого стрелять? Да кого жечь? Не вижу никого. Ну я не видим его. Да. Все кого-то убивают. А я стою в луже крови. О! Кто орёт? О, нашел. Ха-ха. У меня 666 тугриков. Призывай главаря. Да ща, через 3 волны он сам придет. Блин, это такая огромная карта, она реально вот имеет самая большая карта, которая есть в игре. Ну, не знаю. Так. Это купить. Все, бабки закончились. Там денег. Это не мне сливают, господи, где сливают бабки? Кому сливают бабки? Так, надо похилиться.
Блин, 99 хп, как обидно. Запросить тугрики. О, точно. Можно же запросить тугрики. А, во. Пацан. Да, все, валим отсюда. А, они остались здесь тусить, короче. Начну с лайтового армора. О, хочешь покажу, какие у меня скинсы выпали, короче, на пистолетике? Окей. О, пацаны. Там остался, что ли? Ну да, они тут все остались. Че, я пацанов брошу? Надо ж как-то их саппортить, что ли. Да, ты, короче. Еще. А, вот у нас, да. Еще вот это. А, нет. Молотильник. Какие же проблемы? Беги к нам, беги к нам. Или ты уже не можешь? Не могу. А, нет. Весело вы меня так. А в чем он на меня тут согласен, не пойму. Даже был больше, и вас больше должен быть. Ну вот он пришел. Понятно, у нас команда с нулевого уровня. С пистолетами. Угу. Гениально. Да сгори, блин! Еее. Я сжег его. Патроны, патроны! Маня! Блин, анимация перезарядки просто от бога. Так, будет еще один, по всей видимости, да или нет? А, да, вот он. Почему он на... А, не, не на меня. Сбираем его калашников. На бэкспейс кидать оружие. Бэкс. А поднимать? Так, просто наступаешь. Бэкспейс еще раз. У тебя вес большой. Ну. На тебя нападают. Нет времени. А, вот, подобрал. Кудок! Короче, это самое, перезаряди его, нажми среднюю кнопку и быстрыми нажатиями левой расправься со всеми. Смотри, он быстрее стреляет, но нужно много раз нажимать. Нормально. Что вы сделаете? Что-то мы все умерли. Что-то где-то... патроны закончились. Там этого зажали на изнасилование. Короче, я намек понял. Все у нас индивидуалисты сплошные. 4. Затащил катку. Надо там оружие какое-нибудь подобрать. Вот у меня тут. Можешь бежать на меня, и тут будет АК. Еще бы успеть.
здесь патроны, потом... Подобрал? Это Скар. А, Скар там, да? Тем более мощь. А вот у АК у меня есть. Нет, АК мне не нужен. Хотя? Он тебе не нужен? Нет. Давай, все. Ну, ты его сам подобрал, но... Все, скинул. Блин, на бэкспейс неудобно. Нож, достань быстрее, беги. Ну. Да я и так с ножом бегу. Продать. Пекло купить, огнемет. Бронежилет и два пистолета, все. Я с огнеметом. Блин, хила нету, вот это плохо. Ну придется перейти, я чувствую, да. Да, вот. Не знаю, либо я, либо ты. Да, ПК-шит у нас. Ну его надо кикать его, нафига он нам тут сдался. Гранатами закидываем все. Где? А, невидимые. Вот туда надо коктейли бросить. Опа! А, он зашел уже. Извинился. Смотри, подключайте все. Фонари на F. Света мало. Блин, кто-то долбёт. А, вот. Так, вроде разобрались. Если... Дай. У них еще сотня будет. Угу. 103. Вон они сверху прыгают. Гранатомет что-то. Почему я не могу просто сжечь этот проклятый дом? Проклятый дом. Ну логично. Так, так, пистолеты. Какое у меня второе оружие? А, у меня, я понял. Кто? Почему у меня выключилось? Залезь обратно, откуда вылез? Ну, дамаг понизили команду. Раньше вообще все убивалось, но любители нормально. Теперь тут кошмар. Теперь только дразнится, да? Здрасте. Вангую снизу идет. Нет, снизу идут другие ребята, с которыми мне не справиться. С своими пистолетиками. Так, а где он? О, лол, попал. А, вон он, сверху прыгает. На фонарике села батарейка. Хустол моя кей. Дай-ка подумать.
Ты его сам проебал, брат. Все нормально, денег у всех. 1000 с лишним нормально, любой шелупонь хватит. Надо как-то, не знаю. Но с ними какую-то тактику замутить вряд ли получится. Так, огнемет я, наверное, продам. Куплю микроволновку. Микроволновку куплю и... Ага, нельзя купить. Ну ладно. Оставшиеся раздам детям. Пистолеты, бронежилет, перк. У меня нет перков. Во, нифига себе. Обратно идем, да, на этот? Да. Что, проблема? Проблема? Почему мы не идем дальше? Проходим, проходим, не стесняемся. Где выход? Где-то здесь выход, да? Да, во, я пришел. На улице. Ага, вот они все. Немножко излучение в тебя. А ты за хила перешел, да? Да. Я не заметил. Не, вернее, я вижу исцелены. Здравствуй! Блин, ну что ж такое-то? Ну, баб, убивайте сразу. Ну, в чем проблема-то с вами? Балдеет, сейчас откинуть за вас. Все гранаты, чё-то бух-бух! Не туда пошли. Меня за лодыжки закусали. Умер. Обалдеть просто. Обалдеть. Не, надо было мне ещё брать. Так, надо запомнить, где у меня упала моя микроволновка. Вон она лежит. Да обалдеть, давай вашу душу, а? Да фонари включите, да что ж вы такие дебилы-то, а? Обалдеть. Надо попробовать поиграть этот за зедов. Как
Какого черта ты жив еще? Блин. Сзади. А тут везде сзади. Что? Так, что еще? Сейчас босс будет, да, я так понимаю? Да, мы это не вытянем. Сжигатель второго, команда с нулевого. Как безличностно, поджигатель второго, прям обидно стало. Твое место вон в той камере. Вот в этой, смотри. Ха! Зарежу тебя ножом бабочкой. Нож кредит. Нож кредит задушу мне пиццами радиоактивными. You have been killing my test subjects. That is annoying. Какой он галант. Die now. Я. Он не, внизу я... там, по-моему. Он наверху, но я пойду вниз к нашим придуркам. Потому что если мы будем по одному, он нас всех выбьет. В этой комнате он нас тоже точно все выбьет. Блин. Они разбежались. Куда берсерк побежал, я не пойму. О, я его нашел. Блин, я слышу, как он разговаривает где-то рядом. Вот внизу там где-то в лаборатории. Все наверх вышли, короче, на этот. Беги, беги наверх. Где? Беги! Сильно там больно бьет. Че этот дебил мешается? Че ты мешаешься, я не пойму. Че, лечить меня пытается? Меня смысл лечить. Давайте, ребят, работаем. Что такое? А вот почему вечно ко мне это все лезет, я не пойму. Я не хочу в битве участвовать, ну, слышишь? В спину его! Ни черта не вижу. Видишь синий газ, остановись в него. Синий, вижу синий. А, нет, он за мной гонится. Так, с мелочью быстро разобраться надо. Перезарядка, быстро мелочь. Блин, все в дыму, я ни черта не вижу. Да на меня не беги. Че он такой тормоз, ты, блин, ё-моё. Понятно. Я тут ни при чем.
Кушай мацу и играйся с мячом. Два командоса вообще свалили. В смысле свалили? Они сдохли. Блин, как он его убил так сразу? Балдеть. А, вон они, 18-й и 19-й. Ну блин, мне хила не хватает его вылечить. Капец. А, он бежит за тобой. Нет, уже не за тобой. А, нет, 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 нет. Да блин, я хилю его. Чё они с каким-то нубским оружием ходят, я не пойму. Дебилы совсем. Какие-то молотки достают. Молняша. Это просто бред. Зачем он у него в ближний бой пошел? Ну все. Куда он ушел? Он в комнате там. Убил его? Где неважно, да. Одержать. You were such a waste of my effort. Нас одержали. Inferior. So terribly inferior. Дурацкий тут был, честное слово. Чего за дурацкий? Дурь какая-то. Да. Наподдерживался я душами. Ладно, надо заканчивать с этим. Они еще за тюрьму голосуют. Ой, идите вон. Все если... сегодня, да? Да ну, надо с новичка начинать, или как там его. Ну да. Ты уже уходишь, но помни каждую секунду, пока не успел дочитать. Какая-то прощальная речь была. Грустная.